Дабстеп. Дабстеп. Все, снимаем? Да. Всех приветствую, спасибо, клубы «Клетка». Мы продолжаем нашу серию уроков по бразильскому джиу-джитсу. Мы работаем сейчас, показываем по дрилам. Сегодня нам помогает Антон Селезнев, он в роли манекена, который будет не двигаться. Так, степы, да, наша тема сегодня степы, да, перемещение очень важно в борьбе, да, то есть перемещение ног, это как в боксе, в ударной технике, так же в бразильском джиу-джитсу очень важно. Мы начнем с самого простого дрилла, да, то есть мои руки находятся на коленях, моя задача перешагнул ногу в сторону, руки всегда находятся на коленях. Я могу делать минуту в одну сторону, минуту в другую, то есть опять, это частота движения, четкость перемещения, да, я делаю перекрестный шаг колена, да, я могу из колена на живот поставить. Следующее движение одноименный будет шаг, то есть моя правая нога перешагивает через руку, другая нога идет сюда, потом меняю колено, вернулся, да, раз, два, три, раз, подкрутился, поменял. Я также это могу делать просто шагать, смотрите, вот, и вернул, подвернулся, вернулся, то есть, если даже просто взять, допустим, минуту, я даю ребятам минуту пошагайте правой ногой так, постоянно через партнера. У вас очень сильно встанет мышцы. Плюс правильное положение углов. Я про углы всегда говорю. Угол по зарядке, да, бедра, спина. Следующее движение мы отсюда уже более открыто работаем. Я ножку прокидываю чуть-чуть и перешагиваю. Тут уже полноценное движение. Да, если я борюсь, взял ноги партнера, мне их надо пройти. Атака колен на живот. Одноименно, да? Я ногу пробрасываю. Раз. Мое второе движение должен шаг быть больше. Два. Колено, да, мне это колено балза не дает, мне нужно поменять. Раз, два, три. И так мы можем делать 2-3 минуты. И есть еще такой финт, да, когда мы колено поставили, да, но я не имею возможности поменять колено. Я отсюда кручусь, да, и выхожу на мат, это как дополнение, чтобы взять позицию. Следующее движение, да? Тот же самый степ, да? Я ноги пробрасываю, колено на живот. Тоже тренинг, да? То есть партнер должен уметь, занимающийся, да, который длится, шагать ногами через любую сторону. Следующее движение. Я ножки ушел, как вот здесь, если открыто, для лива обратно, да? Перешагнул, отработал. Раз, вот нога. Короткое, быстрое движение. К этой же работе вы можете двигаться внутрь. Раз, два, на третий раз вы зашли, заправляете кросс-фейс, делаете бэкстеп. И еще раз в одну сторону. Кросс-фейс, бэкстеп. Можно более открыто двигаться, ходя высоко сюда, например. Когда вы ходите, колено идет на живот, рука в пол, вы делаете бэкстеп. Колено внутрь, колено на бедро, рука в пол. Бэкстеп входите. Можно прыжком добавить, так же, как Андрей показывал, две руки на штаны, уходите, стягиваете ноги вниз, перепрыгиваете на одну сторону, уходите, стягиваете ноги вниз, перепрыгиваете. А вот насчет, да, вот я забыл, потом я перед тем, как мы снимать, да, мы же потренировались, так, как, не сразу же все. Тоже, да, у нас движение, то есть я очень люблю делать этот дрил, да, то есть я коленом как бы глиголем поджимаю, да, и моя идет быстро смена ног. То есть как дрил, то есть это больше для перемещения, для быстроты движения. Я поджал, мое движение, я сбрасываю ногу, колено, колено. Это как бы такой длинный вариант, да. Я меняю ногу, да, убираю колено. Всегда работаю с ногами партнера. Раз, два. Более короткий вариант, когда вы поджали, да, вы убрали ваше колено, все. Оп, поджали, вы боретесь, да. Убираете, протаскиваете и колено ставите. Ну и то, что с перешком, да, тоже последний мы сделаем. Я потом Юра добавит, да, сейчас мы вспомним, да. Тоже у нас движение, да, это уже такое, да, движение. Я головой ныряю, да, и сам перебрасываю ножку сюда, прохожу. Опять. Раз, два. Как дрил, да, сбросил мое движение. Оп, перебросил ножки, да. Раз, два. И таким образом прохожу. Ну это уже более другого движения, даже не степы. Есть еще давай? Да. Еще один тоже на прыжок. Вы делаете тот же ход, как в начале показывал. Вы делаете бэкстеп, и Антон меня встречает руками, когда я иду. То есть он толкает меня, вы сразу прижимаете, перепрыгиваете на другую сторону. Чуть побыстрее.
И мы даже понимаем, да, что это дрилл работа, здесь не должно быть сопротивления, что партнер внизу, он должен уметь правильно двигаться, да, чтобы давать возможность мне отработать движение. Мы как бы такая форма игры, то есть как в ударной технике, наработка мышечной памяти на ударах, на защите, то же самое здесь. Фактически я сейчас атакую партнера снизу, я пытаюсь пройти. Следующий элемент, когда партнер начинает мешать, мы делаем уже следующее контрдействие. И таким образом вы уже начинаете двигаться. Правильно? Да. Ус. И так. И подход. И подход. Yeah. Oh.